Ранок 24 лютого – початок повномасштабного вторгнення на територію України. Людей охопила масова паніка, почалась евакуація. Минуло 2 місяці війни. Повітряні тривоги, сирени, вибухи, жахливі злочини агресора. Повністю змінене життя. Ми дізнавалися, як на українців і запоріжців, зокрема, вплинула ситуація. Сказывается на здоровье. Оно все на нервах, все в напряжении. Очень тяжело. Это для всех очень тяжело. Если маленькие дети, ну, как бы, спасибо волонтерам, что помогают. За детей хвилюємося, далеко не відпускаємо від дому гуляти. Син ходить на тренування, просимо його дзвонити, прийшов, увійшов. Ну, хвилюються, діти також хвилюються. Пришлось переїхати з свого міста сюди. Родители в місті ще остались. Страшно, хочеться домой вернутися. Постійно нервно. У дитини немає навчання в школі нормального, немає доходу, який раніше був. Ну, багато чого змінилося. Не обходиться і без переживань за рідних. У меня родственники в Донецке, все нервничают, переживают, мы не спим, мы слушаем взрывы, прилеты, сирены, мы постоянно в нервозе, особенно дети. И родичи есть там, где оккупанты, так что не знаю, как теперь это все, никто общаться не хочет ни с кем, сейчас все на друг друга злые, непонятно от чего и почему. Та попри усі складнощі, мешканці вірять у наших захисників і перемогу України. Верим в нашу армию, верим. Верим, что мы победим. Обязательно. Потому что мы на своей земле родной. Мы должны победить. Настроены то оптимистично, то все нормально. Ну, рады, тренировки открыли, понимаешь, это тренировки открыли. Уже можно хотя бы пойти разрядиться немножко. Доброго дня. Вот, на тренировку. А так это, вот когда все было закрыто, все нельзя было ни проехать, ни вроде. Это все, ну как, угнетает человека. Верим, молимся за наших ребят. Все время. Надеемся на помощь, конечно, со стороны, что все у нас получится. Я войну пережила, ту в концлагере была ребенком, и эту переживу. Ревновать нельзя. Ну, конечно, страшно смотреть, вспоминаешь все то, что было. Я же в Ленинграде на электрификации дороги работала, Ленинград-Москва. В детском доме была, в концлагере была, в Ленинграде работала. И теперь он меня бьет, я по подвалам должна прятаться, чтобы он сдох. И все чекают лише на перемогу. И коли в Украине знову запанує мир?